То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи звезд. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а Плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часов не последней надежды. Ты бы мог... Твои господина проникли! Слева. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно, и я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Thank you.
кончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить в обитель господина. У нас, если что, нет демона. Вон человек может зайти на демона, пишет. Отказываться или что? Нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Thank you.
вашей могилой! Плоти, мой верный слуга. Ты не в сил противиться моей воле. За моей воле! Надо подождать. На все воля господина! Ваша смерть неизбежна. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Эй, как дела? Крот и крот. Ох-та. Встаньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться... Примите заявку, Лука. Кто-то может?
вдалеке. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Пехота! Сержанты! Ой! Не стрелять! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону и вместе... Дайте бы! Это будет на плечи и во славу короля Лича! Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Чё, рыба, это да. Нож. На Орочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Имя короля Лича. Thank you.
похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу ничего не заклинать. Надо подождать. Диспельте. Станка с диспельте. Dispel.
Диспельте. Запи. Капучка. А, вчера сказал, что неприкольно эта шутка будет. Обновите космона ДК. 4 минуты осталось. Владимир, обновите космона ДК. 4 минуты осталось. Вот там докстай, отключите. А чё, Лок реально на РНЖ сейчас будет стоять?
Сейчас, наверное, взрыв будет. Отличные новости, народ. Ужасные новости, народ. Гниломорф сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Газа. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Обычное облако газа, только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Мертвец! Мертвец! Папочка, у меня получилось! Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую.
На средства. Конечно, бежим. Стаю вырубите, ханты. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Я пока не могу Thank you.
Патруль. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это Нет. Конечно. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Насана был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. И правда, кровь. Надо подождать. Чаще прольется кровь. Я пока не могу прочитать это заклинание. И прольется кровь. Надо подождать. Моя чаша... Трепещите перед Талдорамом, смертные. Насладитесь. И прольется кровь. Беги, малышка, беги! Прольется кровь. Надо подождать. Насладитесь. Моя чаша полна. И прольется кровь. Темная сфера сделала меня неуязвимым. Прольется кровь. Я пока не могу начать. Насладитесь болью. И прольется кровь. Я пока не могу.
не можем, не можем, потому что контролят, а не диспелят ни хрена. Разумное решение. Я голодна. Стой на месте. Thank you.
гребаная лужа, блин. Обнажите клинки, соратники! Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни!